Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Мы продолжаем с вами зарабатывать в интернет. Нас становится уже много. И кто впервые на моем канале, зайдите в плейлисты, посмотрите из того материала, который уже накопился. Здесь очень много актуальных тем. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Сегодня продолжаем тему заработок без вложений. Заберем тестовые $1000 с биржи Gate.io и будем на них зарабатывать. Об этой раздаче я узнала совершенно случайно. Зарегистрировалась на этой бирже, потому что мне нужно было перевести с Binance монеты, которые уж там не торговались, а эти монеты, они торгуются только на двух или на трех биржах. И эта биржа Gate.io одна из немногих, на которых торгуется эта монета. С Binance монеты ушли, на эту биржу они еще не поступили, в подвешенном состоянии висят 145 подтвержденных транзакций из 1500, статус в ожидании. Ну, пускай все это висит, когда-нибудь он все-таки появится, и я потом смогу эти монеты продать здесь. Итак, возвращаемся к той раздаче, которую вы можете получить. После регистрации вам нужно будет пройти верификацию. Процедура достаточно стандартная, она на многих биржах проводится. Также при регистрации необходимо подключить аутентификатор. Но это тоже как бы без проблем. Это тоже требуется на многих платформах. При входе на эту биржу вам требуется логин, пароль обычный, потом код от аутентификатора. И при различных финансовых действиях вам нужно будет вводить отдельный пароль для финансов. Все ваши пароли, логины записываете и храните в надежных местах. Итак, как увидеть эти $1000, на которые мы можем зарабатывать? Заходите в мой фонд. Счет обмена. Приводите курсор «Скрыть нулевые балансы». То есть изначально у вас вот такая картина. У меня тут балансов никаких нет. Переводите ползунок «Скрыть нулевые балансы» и появляется USDT-тест. Вот они, $1000. Тестовый у вас на счете есть. Далее вы заходите «Финансы», «Hold» и «IRM». Спускаетесь ниже. Находите USDT-тест. Кликаете на эту вкладку. И здесь появляется информация. Вы можете получить 25% годовых на ваши тестовые доллары. И эти деньги будут засчитаны уже на реальный счет. С этими денежными средствами вы можете делать уже что угодно. Вложите в какую-то монету, потом приумножить, вывести и так далее. Ну, все, что захотите. Это уже реальные деньги, с которыми вы можете как-то обращаться. Для чего все это делается? Это делается для того, чтобы пользователи могли ознакомиться с этой услугой и потренироваться на таких виртуальных деньгах, зарабатывать денежные средства. Срок проекта 7 дней, начальная позиция 1 USD-тест, процентная валюта USD. Итак, правила транзакции. Чтобы участвовать в POS-RM, пользователи должны присоединиться, но не должны блокировать токен. Плата за обработку не взимается. Годовая процентная ставка составляет 25%. Процентная ставка будет рассчитываться на основе средней суммы токена позиций за каждый день без заемного токена за период. Проценты будут распределяться каждые 7 дней. Чтобы обеспечить улучшенный пользовательский опыт для новых пользователей, участвуя в Hold and Earn, мы выпустили новый продукт. USDT-тест с расчетной годовой доходностью до 25%. Любой новый пользователь, который завершил проверку личности, сможет получить 1000 USDT-тест. USDT-тест действительно в течение 7 дней, начиная со дня его зачисления. Вы можете продавать или снять заработанный доход, когда он истечет. Примечание: эта деятельность будет активна в течение длительного времени. Получите свой USDT-тест и участвуйте в USDT. Зарабатывайте сейчас, и далее идет ссылка. Таким образом, любой пользователь, который зарегистрировался и прошел верификацию, может попробовать это направление на тестовых долларах. Вот такое короткое видео у меня сегодня получилось. На этом у меня вся информация. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Стараюсь всем отвечать. Если по какой-то причине кого-то не увидела и не ответила, то это не потому, что я редиска такая, а потому что ваш вопрос затерялся где-то в общих вопросах. Потому как если пользователь продолжает диалог и пишет свой вопрос в подвопросе,
то такие вопросы я могу просто не увидеть. Поэтому, дорогие друзья, даже если у нас с вами уже идет диалог, пишите следующий ваш вопрос в отдельном комментарии для того, чтобы я могла увидеть. Желаю вам всем стабильного дохода. Всем пока!